Подписываясь на канал Мастерская Мастерок, не забудь нажать на колокольчик и поставить галочку. Тем самым ты не пропустишь ни одного нового видео. Всем привет, ребятки, дорогие друзья. В ремонте ноутбук NP300 с проблемой, нужно смазать кулер. Кулер неразборный. Я тут просто уже... И как выйти из этого положения? Делаем дырочку. Да, сначала самого не записывал видео, но потом посчитал, что может быть кому-то и пригодится данный способ. Можно, в принципе, высверливать тут, как во многих роликах, но высверливать не наш метод. И поэтому можно сделать дырочку, проколоть ее вот в этом районе. Сейчас. Вот. Маленькую, очень аккуратно. Кулер привести вот в такое вот состояние. Вот видите, то есть шаг идет раз. То есть мы отпускаем, и оно раз само. То есть вот надо, чтобы он в шаг попал. Или в таком состоянии. То есть... Ну, то есть, в любом из позиций шага. Тут их, по-моему, 5 позиций. Раз, два, три, четыре, пять. Вот. В любой из них делаем дырочку напротив любой из ножек. Ну, я сделал конкретно тут. Напротив этой ножки, видите, да, по какой технологии делается. То есть, вот как раз напротив ножки вот так вот делается дырочка миллиметра два, 2,5, может 3. Аккуратно, плавно делаем и закапываем туда силиконовое масло. Я уже закапал силиконовое масло со шприца. Дальше что мы делаем? Отрезаем кусочек изоленты и вот так вот это все дело заклеиваем. И все, ребят. Такой, так сказать, маленький лайфхак для неразборных вентиляторов. Вентилятор уже почищен, как вы видите. Уже красивенький, чистенький. И, собственно, данный способ будет хорош для тех, у кого нету, допустим, дрели под рукой или дремеля, или он боится пересверлить. Все-таки есть нюансы, что можно там пересверлить, угробить. Этим же способом, когда мы попадаем в шаг, то есть можно делать, оно будет до самого текстолита, до самой платки. Ну, опять-таки, нежно, аккуратно это все делаем. Ну и, собственно, на этом видео заканчивается. Такое коротенькое видео. Я думаю, оно поможет многим людям. Всем спасибо за внимание. Всем пока.